такое уже почти дерби. Я знаю, что Коба испытывает очень сильные эмоции от игры с Калином. У них с Калином древняя история встреч. У Кобы потрясающая команда для вышки Рубла. У него целых 5 нулевых завров и один завр с МБ. То есть, чтобы вы понимали, Коба стоит 1360, а Колян стоит 1230. Только, видимо, из-за стадиона на алтарь Нафла Колян смог накупить кучу... А, стоп. Коба забыл, видимо, удалить стадион перед игрой с Калином. И Колян на этом стадионе накупил себе кучу гадости. Лол. Интересно, Коба, как бы, когда Коба осознал ошибку? Наверное, в момент покупки индусмента. Но это серьезная ошибка, конечно. То есть, если ты так ошибаешься, то какой-нибудь условный Колян, который съел на индусах 3 собаки, тебя, конечно, заказнит. С Калином просто нельзя делать такие ошибки, потому что расплата будет жестока. Ну, это на лосе, если что, 9 армор. У Калина примерно, как бы, не особо много МБ. И он дал минус 2 по 9 армору. Прикольно, ребят. Вообще не лакирок. Вообще не лакирок. Чисто случайно. Ну что ж поделать-то. Иногда, к сожалению, выпадают такие матчи, в которых в тебя залетает примерно все. Вот. Я, знаете, на секунду зашел на стрим Каданту, и я уже понял, о чем там будут разговоры на записи. Этот засланный казачок Ленарас пишет. Он просто уже уверен в своей неуязвимости. Слишком большое преимущество, чтобы трезво оценивать угрозы. Ну, ладненько. Люблю почитать такие вещи, как бальзам на душу. Коба, кстати, неплохо встал. Правда, Колян опять начал раскидывать свои мерзкие... Ну, вот завры без саппорт навыков, конечно, не очень сильные тимы. Тяжеловато играть без блоков. Я уж не говорю про гарды и все остальное. Даже без блоков завры немножко не очень. Ну вот. Как же прекрасно Колян сдержался от дружеского... от дружеского ПО. Шикарная травма. Сыграла, кстати, пятка на травму. Ну что ж тут под... Опа! Опа! Наказан! Наказан! Покачал Коби Завр до блока, а? Приятно, приятно. Знаете, я бы сказал бы, хоть что-то приятное для Кобы в этой игре. Ну вот. Правда, учитывая, что у Кобы минус 3 завра на поле, а у Калина пока минус 1 дурачок, то как бы... О! Удары на дамаг уже. Ну, могу только посочувствовать. Ну, Колян доест на самом деле. Я уже отсюда вижу, что Колян... Ну, этот драйв 1000% доедает. Второй драйв пока еще непонятно.
А вот такие забегания, ну это просто типа, это просто получить в морду. Ну то есть, конечно, могла выпасть квадра, но чаще всего это просто получить в морду. Не очень понимаю концептуального получения в морду, но, ну окей. Привет, Стокер. А мы тут плюшками баловались. Я сегодня немножко сделал рубл чище. Не уверен, что как-то глобально, но все-таки. Очень приятная шестерка. Очень приятная прокачка холопа. Тут какая-то магическая точка на прокачку, видимо. И холоп на прокачку, и тачку на прокачку. Я чувствую, что тучи сгущаются вокруг Кракса. Но в этот раз он выдержал пятку в пузяку. Тут главное тупку не кинуть. Так, Атлант расправил плечи. Но это уже была попытка типа БТ-блица, чтобы покачаться и выбить одну из пяток, но... Надо скорее даже убрать угрозу пятки, но не получилось. Отправил Аданту письмо на 4 страницах в рубле по поводу матча. Но я честный, смотрите, я написал. Абсолютно по-скотски задайсил и не менее скотски фалил до упора. До матча был твердо уверен, что ничейка будет шикарным результатом. Но карта поперла, спасибо за игру. Ну, я надеюсь, что за это спасибо за игру меня никто не убьет. Вот. Я думаю, что у меня есть какое-то моральное право быть довольным этой игрой. Так, ну что, очередная дружеская фалильня. Ну вот теперь кажется, что шансов уже нет. Вот прямо с этого... Слушайте, а тут не софт консит? Чатик, я кажется... Я думаю, что тут сейчас будет софт консит. Одна травма до софт консита. Ну дерево-то еще не похоронено, Акияма. Дерево просто получило минус... Кстати, а Колян что-то забыл. А, это не Колян, нет. Это Коб. У Коба минус 2 надо. У него еще скинка. Дерево просто теперь 9 арморное. Решительным образом ничего не изменилось. Залег на дно, я бы скорее сказал. Только не в брюге, а в каких-то других местах. Я, кстати, не удивлюсь, если Колян еще и поделает какую-то вкладку в это. Поделает какую-нибудь вкладку в холопа. Если не будет этого. Ну, ладно, я... У меня сегодня нету ленточки, которая закрывает
Жадный, кстати, рерол. У меня нет ленточки, которая закрывает длину реплея, поэтому, к сожалению... К сожалению, мы все знаем. Никакой решительно новой информации. Ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй-яй. Ладно. Ну, поживотил немножко Колян. Я, кстати, знаю, что мы сейчас глянем, ребят. Я знаю, какой еще один реплей. Есть огромный смысл посмотреть. У меня прям отличная идея в голове. И потом надо будет найти время еще постримить еще один реплей. Два я сейчас не потяну, меня слишком сильно в сон несет. Очередная попытка закончить матч. Не получается за софт консидить. Как же он пытается за софт консидить и не получается? Дружеские коляновские ПОшки. И все остальное. Вы понимаете, в кого я так паскудно играю? В Колина. О, софт консид. И зато, ой, как хорошо. И еще один завр качнулся. В этом плане Коба, учитывая ультра-мега вынос Тимы, закончил даже как-то на положительной ноте. Качнул двух завров за игру, в которой его уничтожили.